Я Никита, кто-то меня знает как Химиту. Я, собственно, один из организаторов фестиваля. Уже теперь 7-го ежегодного открытого фестиваля АЙО. Добро пожаловать! Мы его, собственно, проводим именно благодаря поддержке Управления по делам молодежи, физкультуре и спорта города Кирова. Я сейчас передам на пару минут слово начальнику отдела Андрею Алексеевичу, Алексею Алексеевичу. Знаете, я вот себя чувствую каждый раз, когда выхожу на сцену на фестивале АЙО, вот в таком виде, чувствую себя, ну, мягко говоря, не в своей тарелке. Мне очень хочется переодеться, я тут позаимствовал. Можно я вот так вот буду вас? Так, наверное, будет правильнее. Мне ребята там за кулисами подарили. Как настроение, ребят? Очень круто, что полный зал, очень радует то, что вы все разные, интересные, яркие. Каждый год а мы, кстати, вот с Никитой, с Аней, которая находится за кулисами, мы с ними с первого года вместе, поэтому я наблюдаю, как фестиваль растет, как он развивается, что появляется нового, какие новые лица появляются, и как вообще мы все живем фестивалем АЙО от и до. Потому что подготовка идет в течение всего года, активная подготовка занимает примерно 2 месяца, поэтому я прошу, чтобы вы просто похлопали очень громко всем оркам. Причем я так с удовольствием говорю всем оркам, а не оргам. Никите в первую очередь, видите, у него даже написано тут главный орк, если что. Я советую вам весь день сегодня быть в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, фотографироваться, общаться, выкладывать все в свои соцсети, в Инстаграме фоток чем больше, тем лучше, потому что, ну, надо, чтобы знали, как выглядит фестиваль АЙО не только в Кирове, но и далеко за его пределами. Есть, кстати, у нас иногородние, ведь, насколько мне известно, да, ребята? Поднимите, кто приехал из других городов. Давайте похлопаем нашим гостям очень громко. Они тоже молодцы, спасибо, что приехали. Спасибо, что с нами, это здорово. Ребят, в добрый путь, АЙО 2019. Поехали. Еще чуть-чуть не поехали. Администрация нас поддерживает уже 7 лет. В этом году у нас появились новые партнеры. Это компания Аварус. Мы чуть подробнее еще скажем об этом. Компания Диадор с перевозчиком под Гайным. Можете порадоваться, что такие люди нас поддерживают. Нам помогает дальше все делать. Ну, мой чай, вы там видели. Наши партнеры давние. Сегодня есть вот Додо Пицца. И птичку вы видели. У них есть Инстаграм-конкурс. Не забывайте. Можете прямо сегодня по-быстрому словить скидку 50% за фотографию и в Инстаграме разместить. Не пропускайте. Она убежит в 4 часа. Ну, вкратце все. Сейчас у нас начинается шоу-программа. А теперь начали!